Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ, и сегодня я снимаю сериал My Little Pony. Я немного название его изменила. Сериал My Little Pony. Жизнь Рарити. Это у нас уже третья серия, которая называется Обычная жизнь Рарити. Давайте начинать. Дочка, вставай! Не хочу, мам. Доченька, вставай, тебе надо в школу. Ну не хочу, мама. Дочка, а ну-ка вставай. Ой. Ну хорошо, хорошо. Так, доченька, иди сюда. Снимай вот это свою маску для сна. Я тебе вон там одежду поставила внизу. Спускайся и переодевайся давай. Хорошо, сейчас. Ладно. Я буду переодеваться. Все, мам, я оделась. Молодец. А теперь иди собирай портфель и иди в школу. А завтракать, мамочка, как? А у нас сегодня завтракать не получится. Помнишь, у тебя репетиция? Вы в школе же будете готовиться к какому-то выступлению. Я очень хочу посмотреть, как ты будешь выступать. Короче говоря, я тебе там молоко и банан положила, ну, то есть на стол. Ты возьми с собой и там покушаешь, хорошо, доченька? Да, мамочка, хорошо. Ладно, ой, надо взять портфель. Вот учебники, да? Ну ладно, надо собирать портфель. Все, мамочка, я собрала портфель. Умница, теперь иди в школу, хорошо? А когда придешь из школы, меня не будет, мне надо будет отлучиться на некоторое время, доченька. А если Флёри Харт будет спать, ты её покорми, разбуди, хорошо? Ладно, мамочка. А сама делаю уроки на черновик, потом я приду, проверю, ты их перепишешь, хорошо? И обязательно мне скажи потом оценки свои, хорошо? Конечно, мамочка. Ой, да. Конечно, я пошла. Ладно, иди. После школы. Ура, я получила пятерку. Ура, ура, ура. Мне мама купит, наверное, юбочку для моей пони или какие-нибудь духи. Ура, ура, ура. Мама! А, она же ушла. Ладно. Пойду посмотрю, что делает сестра. Надо ее будить. Сестренка. Сестренка, вставай. Мамочка, я не хочу. Я не хочу. Это не мамочка, это Рарити. Сестренечка. А, что случилось? Мы гулять идем? Нет, сегодня мы не погуляем. Сегодня я тебе разрешу подольше поспать. Сейчас я тебя только покормлю, хорошо? Хорошо. Ладно, сиди, я сейчас тебе принесу бутылочку с едой, а потом ты опять поспишь. Хорошо? Да, хорошо. Ладно, подожди, сейчас. Бутылочка, пойду ее отнесу ей. Так, доченька, давай садись. Ой, то есть, ой, сестра. То есть, на, сестренка, попей. Ага. Ой, как хорошо. Я даже спать захотела. Ладно, спокойной ночи. Покойной ночи. Ну вот и хорошо. Она заснула. Так, теперь надо, наверное, сделать уроки. Хотя мама не говорила сразу делать уроки. Так что я пойду, наверное, схожу тайком в магазинчик и себе куплю духи.
Мне очень нужны новые духи, а то старые, ой, они так невкусно пахнут. Я узнала, это самые плохие духи, они вообще не в моде. Пойду схожу, себе новые куплю. Ладно, я пошла. Та-да-да-да-да-да-дам-дам-дам. Вот я и купила много вещичек. Ладно, посмотрим, что я набрала. Вот там ищем. Сейчас посмотрим. Так. Стоп. Так. Во-первых, в первом моем пакетике у меня есть голубенькая расчесочка. Потом, что у меня духи. Это какой-то специальный как-то крем. Заколочка красивая. Это я сейчас разложу. Детское питание для моей сестрички. Фен. И себе коврик, а то мне там неприятно спать. А вот в третьем вот такой шампунчик. Ливерная колбаска маме. И мне супер вкусный домик пряничный. Ладно, пойду это все разложу и жду, когда мама придет. У-ху! Так, вещи разложила вот сюда и вот туда и вот сюда. Все готово. Вот там коврик я положила. Сейчас там моя пони будет спать. Ладно, жду, когда придет мама. Да. Доченька. А? Чего? Дочь, я пришла. О, мама, приветики. Иди-ка сюда. Я тебе, мама, хотела кое-что показать. Ой, ну что? Ну, для начала скажи, ты сделала уроки? Упс. Конечно же, сделала. И собрала портфель. А это еще что такое? Вещички новые, расческа, новая, как ее зовут, да неважно, новая это как, ай, забыла, неважно. Доченька, зачем тебе столько новых вещей? Ну, я хотела, пока тебя нет, обновить гардероб. Доченька, у нас очень и так мало места, а ты тут все своим хламом захламляешь. Как? Какой ужас! Это не хлам, мама! Ну, покажи, что еще купила. Продукты. О, господи, дочка! Зачем тебе это нужно? Ну, я хотела показать, что я уже самостоятельная. Ясно. Ну, ладно. Иди, мойся, переодевайся в халат и иди спать. Ясно? Ясно. Мама! Мама! Да, доченька, я все. Угу. Теперь, вот это все, ты уже все хорошо. Так, иди снимай, переодевайся и иди ложись спать. Надеюсь, ты покушала? Да, я покушала. Хорошо. Ладно, иди, а я пойду тоже поспать. Хорошо, мамочка. Опять переодеваться. Теперь спать. И всем пока. Вы были телеканал Тыковка ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Всем пока. Пока. Пока.